Сотрудники ГИБДД задержали и доставили в отдел полиции автомобилиста, который отказался снимать тонировку со своего автомобиля. Более того, у мужчины отсутствовала страховка. Проверка показала, ранее водитель уже привлекался к административной ответственности. На этих кадрах сотрудники ГИБДД сопровождают нарушителя в зал суда. 22-летний автомобилист, управляя машиной Datsun, был остановлен на дороге за тонированные стекла. Светопропускаемость передних стекол автомобиля не соответствовала требованиям ГОСТа. Ему уже был выписан штраф. А водитель его проигнорировал. Инспекторами полка ДПС ГИБДД в МВД России по городу Челябинску в отношении мужчины были составлены административные материалы по выявленным нарушениям правил дорожного движения. До рассмотрения судом материала об административном правонарушении о неисполнении законного требования сотрудника полиции мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Суд Калининского района вынес решение о привлечении водителя к административной ответственности в виде административного ареста сроком на 10 суток. Из зала суда водителя доставили в специализированный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.